Были черви? Мы же на море собрали. Ря какой-то был. Нифига себе какой. Это змеюка, они черви. Да. Потом покопали с другой стороны, где всех уток хоронили. Давай, давай! Там все зарыто было. Угу. А что папа делает? Папа, что ты делаешь? Виноград освободил. На море. Ну, они уже сами, наверное, да? Я не знаю. А вон еще гонят, да. Ага. Еще морово. У тебя камышеватка получается вот там на горе, да? С горы спускаешься, едешь на море. Это ж из-за этого... Барашика. Да нет, она всегда была. Бе-бе-бе. Бека-фу-кака. Не спам. Угу. Ля, как тут сегодня совсем другая погода, да? Мелкие такие волнушки. Каждый со своей удочкой. Афоня, покажи свою удочку. Тут народа, вообще весь берег, да? Глянь, сколько. Много. И еще он едет. Красавчик, второго. Второго! Да. Дубль! Папа, какие твои? Одна, вон один. Да. Покажи, закрой дверь. Пока мать сидит, Гришка двух. Замучился. Поехали домой. Нет. Нет? Я уже 7 бычков поймал, я. Ты сам 7 же? Нет, 8. Потому что я вот спиннинг, у меня на поплавушке что-то, ну, пробуют. А спиннинг клюет, я подхожу к спиннингу, спиннинг вытянул, быстро бросил, пошел по ловушку, тоже достал, и на двоих рыба была. Класс, на две удочки сразу, да? Маленький дождик срывается, как где здесь, это тепло? Да, мне тут это прекрасно. А я греюсь в машине, пока там все рыбачат. Вон мальчики. Что много? Рыб. Рыб много поймали, вчера, да? Вчера вы сколько? 3? Да. А сегодня? Не знаю. Почти половину ведра. Да? Отлично. Вот много, а не половину. Ну, конечно, вверх же, как спать же. Что, забыл? Круто. Да, уже собираемся домой. Вообще волн нету. Что, мы до Оксаны будем заезжать? Вот это убирай кресло, Афонь, туда до Антоши пододвигай. Это твое кресло. Пододвигай его, сынок. Давай, а я вот так подниму. Давай. Ну, бери. Давай, Афоня сюда. Гриша как-то должен посередине поместиться. Пап, Афоня, закроешь дверь? У нас тут уже дождь пошел. Я жду Сержуню. Сейчас потихоньку протру окно. Он пошел, помните, мы вот этот дом продавали. Сейчас тут живут люди, которые якобы говорят, что они его выкупят. Поэтому мы его сняли с продажи, но чего-то там у них не получается. Я не знаю, Сержня сейчас пошел узнать последние новости.
Вот. Но здесь большие изменения вообще в камышеватке. Видите, на этой части теперь тоже газовая труба, она уже покрашена, то есть скоро обещают прям газ. И вот следующий квартал, и там уже бабушка живет, дети побежали пешком. Поэтому я сейчас стою и жду, то есть газ уже совсем рядом, уже и трубы центральная, то есть труба идет. Уже центральная труба идет, поэтому газ уже совсем скоро будет. Вот и на этом краю. Так что я надеюсь, что этот дом, даже если эти квартиранты его не купят, то мы его выставим, и его побыстрее купят. Я на это прям надеюсь. Пока! Машите, девушки. Пока! Поехали! Домой. Во сколько мы? 5:40 выехали. Посмотрим, во сколько мы приедем. Мы уже в станице. Приехали в 20:30. Ура! Сейчас заедем еще в магазин за кефиром. Точно? Там не любовь случайно? Что, ребят, мы дома. Показываю, чем закончился сегодня мой вечер. Вот они, на два пряника не хватило, на один желтый начала, видите, все стерла, не хватило глазури, чтобы красиво все залить, и на голубой даже не стала пытаться, потому что понятно, что не хватит, было одинаковое количество глазури, завтра буду доделывать тракторок, вот он набор, как его зовут, вспыш, и вот такая вот четверка, честно, не знали, какую сделать четверку, но мне кажется, сочетается, да? Вот еще окончание вечера, сварила на завтра лапшу. Мы завтра опять варим, вяжем, зелени нет. Завтра буду прям в тарелку добавлять. Лапша куриная, вот курочка домашняя здесь варилась. Мне заехали, купили яблок. Знаете, так смешно, на нас все так смотрят, понимаете? Это же станица, все же знают, где работает мой любимый муж. А мы яблоки покупаем. Ну ничего, хочется, дети едят с удовольствием. Помидорки уже розовые. Розовые, они такие вкусные. Уже начались вот несколько парочка вот с камышеватки, а еще три мы купили в люксе сегодня. И черри завтра доедим. Все, всем спокойной ночи. Час ночи, я быстренько иду спать. Я так рада. Завтра вообще все круто. Завтра я еду за загранпаспортами. Все, уже пришла еще, по-моему, в четверг или в пятницу пришла на электронку сообщение, что с госуслуг, что паспорта можно забрать. Вот завтра поеду, заодно пряники в Динскую. В общем, приятное с полезным.